Городской субботник прошел в Гродно. Место проведения выбрали новый парк «Белые росы». Там высадили 70 зеленых насаждений, которые украсили ландшафт своими побегами. Парк «Белые росы» начали закладывать еще осенью прошлого года. Раньше здесь была болотистая местность. И для того, чтобы облагородить ее и превратить в парк, лишний грунт из микрорайона Градичи был перемещен сюда. А уже в начале апреля началось благоустройство и высадка первых деревьев. Городской субботник тоже было решено провести в новом парке. Сегодняшняя посадка деревьев – это история, это наше будущее, это настоящее, которое мы вкладываем в развитие нашего прекрасного города. Ну, это еще и дополнительное увеличение легких, как у человека легкое, которое функционирует, да, так и для города дерево – это легкие, которые очищают воздух и дают его чистый кислород для наших горожан. К ранее посаженным зеленым насаждением в парке «Белые росы» добавились и новые саженцы. Это 55 кленов, 12 можжевельников и 3 туи. Нормально, нормально. Оно может и ниже быть. Оно сядет все равно. Все, по периметру. Водичкой польешь. На этом здесь весенние посадки будут закончены. Сезон подошел к концу. Но проект парка продолжает дорабатываться. Туда постоянно вносятся необходимые коррективы. И уже осенью продолжат озеленять эту территорию. Однако, какие именно виды деревьев в будущем здесь появятся, вопрос открытый. В зависимости от того, как приживутся саженцы, это могут быть липа или ива. Помогаете нам? Протаптывай. Не остаются равнодушными к парку «Белые росы» и сами жители микрорайона. Они рады такому соседу и с нетерпением ждут, когда зеленая зона начнет прорисовываться. К слову, у некоторых даже есть собственные идеи, как сделать этот парк еще большей достопримечательностью города. Это же вот заложили парк, какие они молодцы. Это единственный парк в этом районе. Это будут гулять все. И хотелось бы еще для взрослых площадку спортивную. Не такую большую, а такую какую-то компактную. Если бы они сделали здесь площадку, это не просто был бы парк. Сядешь, посидишь на лавочке. Это пришла бы молодежь. И знаете, какой бы пользовалась славой? И вообще многие ходили бы туда. И я бы ходила первая. А пенсионеры уже бы, наверное, не выходили с этой площадки.